только снег из-под колес. Рождественская велогонка в этом году была запланирована на 8 января. Однако из-за сильных морозов организаторы перенесли состязание. И в минувшую субботу в парке Степанова гонка все-таки состоялась. Желающих посоревноваться в скорости по зимнему лесу набралось более 40 человек. В разных категориях, от младших юношей 2003 года и моложе, и до ветеранов там 40+, были очень приятно девушки, категория вполне полная, скажем, 5 человек было девушек, они поборолись тоже за победу, за медали. Но вообще погода нас порадовала, свежий снег, не холодно. Спортсменам важно как можно быстрее преодолеть заданное количество кругов по лесным тропинкам и рыхлому снегу. Младшие едут 5, старшие – 10 кругов. Разогнаться на снежной трассе велосипедисту непросто, нужно идеально держать равновесие. Иногда колеса просто вязнут в снегу, и гонщику сложно преодолеть занос. Спортсмены рассказывают, на зимней трассе главное не торопиться. В велогонках по снегу важна не скорость, а ловкость. Надо иметь определенную технику. Сегодня даже мог выиграть, скажем так, не самый сильный, а самый техничный. Вот, потому что трасса требует техники, и есть много мест, где можно идти пешком. Вот, в связи с тем, что ты сделал одну ошибку, там уехал в снег, например. Вот, соответственно, кто-то проехал и сэкономил силы, и, соответственно, потом выиграл. По словам организаторов, эта рождественская велогонка собрала больше активных и бесстрашных ребят, чем когда-либо. Обычно немного находится смельчаков, готовых участвовать в зимней гонке. Но этих велосипедистов трудности только раззадоривают. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.